Феттель выиграл первую практику на Гран-при России. Себастьян Феттель был немного быстрее Ферстаппена. В России на трассе Сочи-Автодром состоялась первая пятничная тренировка Гран-при Формулы-1. Быстрейшим в сессии стал немец Себастьян Феттель на Феррари. Второе время поставил пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон на Мерседесе. Добавим, что гонка Гран-при России Формулы-1 состоится в воскресенье, 30 сентября. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 14:00 по киевскому времени. По материалам сайта newsgra.com.